Всем огромнейший привет из Магнитогорска и добро пожаловать в мой влог. Всем доброе-доброе утро, всем хорошего начала дня, позитива и настроения. Завтрак, бутерброды, канапешки с сыром, с оливками, кофе, витамины и сделаю еще помидоры по-французски. Там помидорка, майонез с чесночком и сыр сверху. В общем, кто захочет, тот будет есть. Ну что, буду завтракать и начинать свой день. Я курьером сегодня компании СДЭК получила посылку от компании Тянде. Доставка курьером и сама доставка посылки бесплатная. Все ссылочки на компанию Тянде оставляю в инфобоксе под видео, по которой вы сможете пройти, зарегистрироваться. Попадете в мою команду, я с вами свяжусь. Все вам подскажу, что вас интересует. А сейчас открываем посылку. Всегда этот момент очень такой интересный, волнующий. Смотрите, как компания хорошо все упаковала. Для всех отправителей упаковывается все одинаково. Доставку можно выбрать на выбор. Это может быть Почта России или транспортные компании, Боксбери или регистрированных консультантов. Классная скидка 35%, действуют акции, промокоды. И вот такая вот довольно-таки большая коробочка мне сегодня пришло. Много всего интересного. Есть продукты, которые я получила в подарок. Есть, которые я заказала впервые, есть, которые я повторила. Ну что, будем смотреть. Смотрите, сколько всего здесь интересного, крутого. Смотрим, рассматриваем. Заказала вот такой вот карандаш в оттенке 08. Карандаш здесь написано для глаз и губ, потому что в этой серии есть разные цвета карандашей. От ярких и до таких прям вот нюдовых. Значит, это оттенок 08. Классный цвет. Классный цвет. Очень бюджетный по цене. Отлично интересуется и переносится на кожу. Так, в общем-то, вот такой вот карандаш для губ. Цвет классный, рекомендую. А дальше, мой любимая зубная щетка. Отлично очищает. В общем-то, здесь такие ворсинки мелкие. И для чувствительных зубов идеально подходит. Потом несколько, и это у нас новинка, Spa Technology серия, утренняя дренажная крем-маска для лица, которая убирает отеки, припухлости под глазами. Ее можно наносить под глаза, на лицо, где у вас это где-то брыли, нижняя челюсть, где есть отеки, будут убираться, в общем-то, отеки. Вот такая вот дренажная маска. Наносится не более чем на 5 минут на те участки, где вам необходимо, и потом просто ее смываете. Быстро работает очень. Следующее, что это новинка, это у нас восстанавливающий гель бальзам талисман, убирает синяки. В общем-то, где вот именно повреждены мягкие ткани, синяки, ушибы, мышечные растяжения. Так, восстанавливает все процессы, в общем-то, в коже. 2-3 раза в день наносить. Вот такая вот новинка. Думала, что мне не нужна такая новинка, но оказывается, на велосипеде катаюсь, синяки появляются, и, в общем-то, решила ее снова заказать. Следующее. 4 пакетика. Это талисман. Он наносится на те участки тела, где, допустим, укусы, помогает быстро заживить тоже какие-либо травмы. Отлично помогает, если вы сгорели, убирает все вот эти вот на коже процессы, снимает, в общем-то, жар, после загара наносить. В общем-то, вот такие вот 4 пакетика талисмана. Следующее, что это я получила в подарок, это кристаллы Мертвого моря, соль для тела. Вот такая большая вспененная соль. И для очищения кожи, такой пилинг для кожи тела прям очень крутой. Ну, в общем-то, соли мне нравятся, они есть с разными ароматами в компании Тянде. И вот это вот у нас соль именно Мертвого моря. Дальше
3 маски. Одну я выиграла в Инстаграме. Это серия Fresh Click. Маска от выпадения с никотиновой кислотой. Это новинка. А две другие я получила в подарок от компании. Значит, это у нас для того, чтобы остановить выпадение волос. Наносится на кожу головы, держите и будет, в общем-то, восстанавливать луковицы волос и останавливать выпадение. Так, дальше. Это у нас новая крем-молочко для тела, розовая симфония. Так, новинка. Вскрываем. Мне нравится, что все упаковано. И уже ничего при транспортировке не прольется. И будет, в общем-то, вам доставлено в порядок. Так выглядит новое молочко для тела, крем-молочко. Лосьон это такой у нас в виде крема. Клевый. 220 грамм здесь у нас. Мелодия цветочных ароматов звучит на коже тонко, изысканно, оставляя незабываемый шлейф. Экстракт лепестков роз придает красоту и совершенство вашей коже. Вот такая вот новиночка. Очень красивый дизайн, прям такой девочковый, прям приятный. Далее это биологически активная добавка, которую я пью для восстановления глаз. Это биологически активная добавка у нас. Комплекс для глаз с уникальным гидролизированным морским гребешком. Здесь содержится таурин. Если вы много работаете за компьютером, если у вас возрастные изменения с глазами, если подростки у вас, это вот все нужно, в общем-то, организму. Дальше. Значит, это классные женские прокладки. Супер тонкий на травах, 25 здесь штучек, каждая в индивидуальной упаковке. Вот такие вот ежедневочки. Это у нас кальцимарин, биологически активная добавка. Состав ее. Я пью по 3 таблетки вечером, потому что кальций усваивается именно вечером. Здесь еще плюс витамин С, витамин В6 и витамин D3, для того, чтобы это усваивалось в организме. Кальций вымывается из организма, поэтому поддерживать себя, в общем-то, очень нужно. Дальше это у нас вишнево-гранатовое желе с коллагеном. Без этой биологически активной добавки уже не проходит мой ни один день. И я пью на постоянной основе. Здесь 21 стик вишнево-гранатового желе. Это у нас говяжий коллаген плюс сок вишни и плюс гранат. Так, вот такой вот состав. Следующее, что заказала, это матирующие салфетки для лица «Нежная роза». Эффект ухоженной кожи, матирующие салфетки, просто промокаете этими салфетками лицо, и получается, что макияж на коже остается, а блеск, жирность все убирается. Дальше, это серия «Коллаген Актив», крем для век, который я постоянно использую. Мне он очень нравится из этой серии. Это и омоложение, лифтинг эффект, разглаживает мелкие морщинки, хорошо увлажняет область под глазами. В общем, он мне идеально подходит, я его люблю. Дальше, это зубная паста «Соль бамбука». Еще я заказала, это у нас зубная паста «Зеленый чай» плюс «Женьшень Санчи». Зубные пасты крутые, компании T&D, экономичные, концентрированные, очень приятные по вкусу, отлично пенятся, отлично очищают, в общем-то, и освежают дыхание, и отбеливают, и препятствуют возникновению зубного камня. Вот, это я повторила. Так, следующее, что я повторила, это карандаш для бровей в оттенке 01. С одной стороны карандаш для бровей, с другой стороны щеточка. Мне нравится, цвет очень классный, идеальный, и я им с огромным удовольствием пользуюсь. Следующее, что я в очередной раз заказала, это мицеллярная вода с фитокомплексом. 200 грамм здесь, вот такая вот крышка, отлично очищает, снимаю ей макияж, мне она нравится, не щипит глаза, в общем, идеально, заказала снова. И еще вот такой вот лосьон новинка, крем-молочко для тела, цветочный вальс.
Посмотрите, они два разных. Один у нас розовая симфония, другой цветочный вальс. Они отличаются ароматами. Здесь у нас страстный аромат цветов закружает также так в танце нежных нот. Экстракт роз сохранит на коже свои драгоценные свойства, придает ей благоухание. Вот такие вот продукты являются прям последними вот новинками. Это прям до этого стало доступно для заказа. И для волос тоже у нас вот, да, из серии Fresh Click маска. Это все вот вообще из последнего новенького, но я уже успела попробовать, протестировать. Мне очень понравился результат, прям классный. И поэтому рекомендую. Вот такой вот на этот раз мой большой заказ. 27 наименований, все очень нужное. И есть и декоративная косметика, и продукты для здоровья, и зубные пасты, и для тела, и для волос, и средства гигиены. В общем, для лица все, что, в общем-то, нужно прямо вот в использовании, в применении. Чтобы пользоваться всем, чувствовать себя отлично. И, в общем, заказу очень рада, заказ классный, прям очень довольна. Заказала все, что нужно, и отличные подарки. Вот эти вот три средства в подарок, это в подарок. И еще вот эти два средства, это все в подарок от компании. За акции, за работу. И, в общем-то, все остальное я заказала, чтобы уже поделиться с вами и своими впечатлениями о новиночках. Интересно, тут как? Вот так. Какой нежнейший, приятный аромат. И здесь вот такая вот еще крышечка. Так, как тут вот так вот. Аромат прям клевый, нежненький. Сейчас этот. Ух ты. Совсем другой. Совсем другой, но тоже очень интересный. Прям вообще очень интересный. Вот такие вот новинки клевые. Буду рассматривать свой заказ. Супер. Так что, если вас заинтересовала продукция компании Tiande, заглядывайте в инфобокс под это видео. Там вы найдете ссылку, по которой вы сможете пройти, зарегистрироваться. Или напишите мне, я вас сама зарегистрирую, вы точно попадете ко мне. Будем с вами общаться. Ну, в общем, заказ классный, буду все рассматривать. Что, мы сейчас гуляли, были тут в кое-каких магазинах. Кое-что из одежды купила. Потом бейсболку купила Настя, она меня просила по типу моей, которую я вот красную ношу. Значит, ну, другого цвета сейчас покажу. Потом еще в фикс-прайс заходили, кое-что купили. Вот, ну и там из одежды я себе кое-что купила. Сейчас разденусь, у нас дождь сегодня. Я вот ходила в джинсовке, в джинсах, значит. И тут у меня пакеты с покупками. Тут одежда, тут, в общем, фикс-прайс. И покажу вам, что, собственно говоря, взяла. А еще, собственно говоря, я что-то тут приопомнилась-то. Скоро учебный год, оказывается, у детей опять начнется. Они успели отдохнуть от этого, как новый начнется. И, слушайте, ну что, опять тетради, констовар, что-то такое, да? Что-то такое опять покупать, и меня что-то так сегодня прям озарило. Озарение пришло небольшое в этом плане, думаю. 9-й класс, экзамены, вот это все, и опять все заново, какое-то короткое лето получается. Вот, ну, что-то как-то вот так. Были тут в двух шоурумах. В одном я купила Насте вот такую вот бейсболку, это у нас в торговом центре «Дельфин». Вот такой вот шоурум есть, кому интересно. Поспрашивайте, где что покупаю, вот такую вот бейсболку. А в другом шоуруме, тоже в «Дельфине», уже на третьем этаже, это на втором этаже находится, это на третьем, я купила вот такие вот легкие себе брючки, вот так называются. ВКонтакте можно, кстати, найти. Значит, они с карманами здесь, вот, на резинке. И внизу такие вот разрезики. В общем, такие вот брючки купила. Не помню, сколько стоили.
А, вот, 1190, да? И купила вот такую маечку у них. Зара, получается, на изнанке. В гламуре. За 690. Вот такую вот, в общем, ну вы поняли. Беленькую. Такую вот маечку. А вот. Потом. Так, это моя куртка тут. В фикс-прайсе взяла разные тетради. Не знаю, детям понравится, нету. Не понравится. Так. Такие вот тетради. Потом конфеты «Марсианка». Батарейки. Кокос малина. Еще баунти. Скотч дома закончился. И вот такой вот еще, значит, журнал про бизнес. Тут разные сертификаты подарочные. Гороскоп. Наши знакомые лица. Много кого знаю, да. Ну, в общем, реклама, так скажем, что у нас тут в городе интересного. Угу. В общем, посмотреть. Ну вот, это вот, вот в этом магазине сегодня были. Ну вот, так что, в общем, такие вот покупочки. Вот такая вот бейсболка. Смотрится хорошо, Насте будет отлично. Вот, без всяких там лейбов, надписей. И вот так смотрится, значит, штанишки здесь такой небольшой разрез. С кармашками легкие такие вот штанишки. И вот сама эта получается майка. Можно ее будет под брючный костюм. С этими штанами. Да хоть с чем. Ее можно носить хоть с чем. Ну, вот такой вот, да. Типа лапша. Вот. Так что. То, в общем, вот. Вот так это смотрится. Мне, в общем, нравится. Я вам показывала, что купила такую рубашку. А вот. В общем, можно что-нибудь вот так вместе носить. Почему бы и нет? Рубашка майка тоже хорошо смотрится. Спасибо, что вы этот день провели вместе со мной. Я обнимаю вас очень крепко, целую, говорю вам всем пока-пока, до новых встреч на моем канале.